Западно-Сибирская железная дорога. Омский регион – это один из регионов, который входит в состав Западно-Сибирской железной дороги, а их четыре. У нас есть потребность сегодня в хороших студентах, в дальнейшем работников, а Омский государственный университет благодаря своим мощным площадкам, как в части преподавательской базы, сильные преподаватели, практическая база. Мы взаимодействуем очень плотно. Сегодня меняется рынок труда, он очень динамично меняется, и мы активно принимаем участие в таких больших встречах с работодателями, с научным сообществом, чтобы слышать запрос отрасли, но и пытаться отрасль перестроить под современные запросы молодежи, потому что молодежь меняется намного быстрее, чем системы привлечения молодежи, и мы как раз создаем эти условия для того, чтобы студентов слышали работодатели, чтобы создавались новые условия.